Добрый день. Меня зовут Александр, мне 54 года. Я болею, у меня диагноз рассеянный склероз. И первые признаки начались в 99 году. Ну, я лечился, там спину потянул, массажи делал, такое неконкретное были лечения, оно ничего не давало. Но в 2004 году сделал томограмму, и там стало все ясно, понятно. Это был приговор. Ну, дальше было только хуже, под откос, под уклон, вся жизнь летела. Становилось, я уже еле ходил, еле передвигался. И случайно в конце 2006 года в газете «АИФ здоровье» увидели статью про академика Авакяна, о том, что он лечит, и в том числе и рассеянный склероз. Я к нему обратился, он взял меня на лечение, он мне начал помогать лекарствами, травой, бионормалином и добрым словом. И это было чудо. Как вы сейчас себя чувствуете? И вот что, на ваш взгляд, в первую очередь помогло? А я не ушел на инвалидность, никому об этом не говорил. Я продолжал работать на металлургическом комбинате. И вы понимаете, что это такое. И буквально до последнего дня я работал. Я жил, я существовал нормально. Ну, немножко проблемы с ходьбой. Вот единственное, пока еще не победилось, но я думаю, что со временем это уйдет. Потому что динамика нормальная, постепенно все, в общем-то, восстанавливается. Нервы убить очень быстро, очень просто. Восстановить, конечно, сложно. Но я надеюсь, все получится.